Грузины все больше предпочитают импортную продукцию. Вот только местным производителям не всегда удается выйти на зарубежные рынки. В стране принимают программу поддержки местного производителя. Казахстан входит в пятерку крупнейших импортеров Грузии. В основном к нам поставляют вино, мандарины и минеральную воду. В Тбилиси ежегодно проходит грузино-казахский бизнес-форум, где обсуждаются перспективы торгово-экономического сотрудничества. Согласно данным агентства статистики Грузии, товарооборот между двумя странами за 11 месяцев составил 73 миллиона долларов. Какие претензии мы можем иметь на выход на экспорт, если сами грузины не будут покупать грузинскую продукцию? Конечно, конечная цель – это экспорт и повышение экономики страны. Однако перед этим нужно прочно обосноваться на местном рынке. Для этого мы часто устраиваем презентации отечественной продукции для местных жителей. Вот вино, цитрусовая, минеральная вода и лимонад. Пожалуй, эту грузинскую продукцию знает каждый. Однако мало кому известно, что продовольственный ассортимент куда более шире. Несколько десятилетий назад Грузия была страной не только вина, но и чая. Им было занято 80% рынка всего СССР. Сейчас начали возрождать традиции производства чая.